нефть продолжает дешеветь. Мировые цены на нефть сохраняют негативную динамику на фоне неопределенности по перспективам объемов добычи ОПЕК. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале утром в пятницу, 7 декабря, упали в цене до $59.53 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Так, по состоянию на 8.01 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0.88%. При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $51.03 за баррель, потеряв 0.89%. Напомним, 6 декабря мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились. Катар выходит из ОПЕК. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.